В Беларуси государство теперь может изымать у всех любое имущество. 3 января Лукашенко в условиях полной секретности подписал закон об изъятии имущества. Закон вступает в силу с 16 января. Изъять имущество с этого момента могут у любого белоруса за недружественные действия по отношению к Беларуси. Согласно тексту документа, решение о необходимости принятия такой меры будет приниматься Совмином Республики Беларусь. Затем это решение поступает в Госкомитет по имуществу, который, в свою очередь, обращается в экономический суд города Минска с заявлением об изъятии объектов права собственности. Речь идет о любом движимом и недвижимом имуществе, как физических, так и юридических лиц. Короче говоря, хоть квартиру у вас могут отобрать, хоть машину, хоть собаку, хоть школьный портфель. Введение этого закона власти объясняют необходимостью реагирования на так называемые угрозы за национальным интересом Беларуси. Ну что же, все идет к тому, что в конце концов режим владеет всем, включая жизнь и душу любого, кто проживает на его территории. Что вы об этом думаете? Поддержите распространение информации активностью. Меня зовут Диана Германович, и еще увидимся.